Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно изменить активацию кнопок сидения, памяти сидения, для того, чтобы не нужно было постоянно удерживать кнопку и вернуть в какое-то положение. Достаточно будет нажать один раз, и сидение у вас переедет уже самостоятельно там, где вы его запомнили последний раз. Открываем наше Видеану программу. Ждем, пока запустится Видеама. Напоминаю, кузов у нас это V212, также и в остальных кузовах можно это делать. Выбираем CBF. Кодирование находится в дверях, блоках дверей, левой и правой двери, также можно и правое сиденье. Водительское настраиваем сиденье сначала, потом выбираем пассажирское сиденье, также настраиваем. В данном случае у нас Seat TD-172, левая часть двери, блок называется. Заходим в кодирование. Вариант кодировки выбираем. Выбираем нужный нам параметр. Кнопки памяти. Проверяем в верхнем ряду обязательно, что у нас стоит. В них так видно, что у нас неактивная. Выбираем активировать. VCU кодинг применить. Видим, что у нас применилось в логе. Делаем брос функции обязательно. Также заходим потом во вторую. Дверь пассажирскую и то же самое производим там. Кодируем тоже, активировать режим. Видим, что у нас в логах все применилось, от сброс блока. Выходим из блока и проверяем. Теперь достаточно нажать один раз кнопку, и сиденье переедет в тот режим, в который в последний раз вы сделали запоминание. Настроили как вам надо, запомнили, и все. То есть теперь кнопку не нужно удерживать для того, чтобы сиденье вернулось в то положение, которое вы запомнили. Также видим руль. Напоминаю, что это работает только там, где есть память сидений. Функция. Также правая сторона. Видим, что она изменяет положение. При одном нажатии кнопки больше удерживать не нужно, что очень удобно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также это можно закодировать и на других автомобилях марки Mercedes. Нужно зайти будет в передние двери, вам блоки передних дверей, и провести кодирование. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всего доброго.